нас тут новые турники поставили всякие. Так они замерзли, потому что, Маш, на улице зима. Летом потом, весной будете. Мы с Машей просто на почту пришли. О, единственный, который не замерз еще. Тут такую площадку построили. Там вот горка была, а остальное вот все нынче поставили. Хоть детям будет развлечение. Но сейчас зимой, конечно, не поразвлекаются. Но потом, может быть, вот еще один. А, сил не хватает, да, Маш? Ладно, пошли давай домой. Всем добрый день, дорогие друзья. Сегодня злая, как собака. Просто сил никаких нету. Вот вы верите, нет. Вот месяц назад купила Светке сапоги, все прекрасно знаете. За 3000, даже меньше месяца. Еще месяца даже нету. И что вы думаете? А сегодня мне звонит, говорит, мама, мне девочка сапоги порвала. Она наступила ей на пятку, и все, у нее полпятки, больше полпятки оторвалось. Все, ребенку ходить не в чем. Вот поэтому я не покупаю другую обувь. Все, будет босиком ходить, заклею и будет ходить. В целом, сходила в магазин, у нас на кошке наполнитель, потому что уже холодно, я хоть походить. Дальше потом молока 3 литра взяла и вот такие вот котлетки взяла. Вот такие вот в целом были небольшие покупки. Ой, не знаю, я попробую сейчас заклею их, но там, понимаете, там вот так вот. Вот у нее подушка вот такая, а там вот так вот оторвано все. Я не понимаю, вот как они так ходят. Вот у них у молодежи нынешней такая есть привычка друг другу на пятки наступать. Им по барабану, что потом родители это за это деньги платили, покупали, что это дорогая вещь, им пофиг. Я вообще в шоке. И что делать теперь, не знаю. Вот такие вот дела, ладно. Сейчас чай пьем и будем ужин готовить. Так, ребят, что хочу готовить? Меня дети попросили суп молочный, только не с рисом, а с вермишелькой, поэтому варим. Также попросили спагетти длинные сварить, к ним сделаю овощи тушеные и сосиски, которые для гриля. Вот сейчас положу вот тут овощи, пускай размораживаются. И сейчас сосиски еще пожарим. Вот такие вот сосиски для гриля буду жарить. Деткам они очень нравятся. Что-то мало достала. Надо еще, наверное, достать. Сейчас, наверное, еще достану. Еще есть сосиски. Ну, вот еще один пакетик достану. Этого вполне хватит. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Ой. Ну, 2 пакетика сосисок сейчас пожарим. Будут все на ужин кушать. Сейчас вообще никакого настроения нет. С этой обувью расстроилась очень сильно. Кошмар. Это ужас какой-то. Не знаю, пробую клеить их. Клеем залила этот момент кристалл. Посмотрим, клей этот хороший, по сути. Но это тоже ненормально, ребят. И вот, скажите, вот как мне поступить? Я не знаю вообще, вот... У меня такая ситуация вообще первый раз, что вот нынешняя молодежь, они головой вообще не думают нисколько. Короче, дуртом полный. Настроения ж никого у нас нету. Печеньки кушаешь? Mm-hmm. Ну, кушай. Детки бегают весь день, играют. Наелись уже. Все как не знаю, что. Что-то надо бы такое это. Катюша что-то пришла и уснула. Мама говорит, голова болит. Легла, уснула. Ладно, готовим кушать. Так, друзья, приготовила уже суп молочный с вермишелью, плюс еще приготовила макароны. Макароны тут 3 видов. Китайские с вермишелькой и крупные макарошки. С баклажанами, с перцем, с морковкой, с лучком. Также к ним пожарила сосиски для гриля. И тут вот еще жарю завтра на супик. Ну вот, ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы пошли кушать. Всем доброе утро. У нас время... Без 15 почти 8. Мы с Ванюшей сели кушать, остальные еще спят. Ну, кроме Светы, Маши и Егора, они уже в школу ушли. А мы с Ваней пошли кушать. Всем здравствуйте, да, Ванюша? Ваня, поздоровайся. На, посуду еще помыть. У нас время раннее утро. Ваня проголодался. Да, Ванюша?
кушать захотел. Сел макарошки кушать. Я себе тоже разогрела, сейчас тоже поем. Потому что мне скоро в город надо ехать. Да, и Васька встала. Посуду тут со вчерашнего не стала домывать. Спать хотела уже вчера. Я так в час ночи легла спать. Думаю, ладно, иду сегодня потом домой посуду. Да, Василиска? Вась, кушай, Ванюшка, кушай. Что-то сегодня у меня Ваня чересчур рано встал. Это вообще какой-то кошмар. Он всегда часов до 11 спит. А тут время раннее утро, он встал уже. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы сейчас будем кушать. Да, Ванюша? Всем хорошего дня. У нас опять нападало снега. Идет еще снег. Ужас. Короче, я поехала в город. Мне по-быстрому, быстро туда съездить, все сделать и бегом домой на, потому что у меня ученики дома. Надо отправлять вторую будет смену. Ну, сегодня им в 11:30 ехать, поэтому успею. Ладно, всем хорошего дня. Так, ребятки, что хочу делать? У меня детки просят творог. Оксане говорю, садись, ешь. Она говорит, мама, хочу творог. Я уже в город смоталась, съездила, зашла по пути, купила. Василис, ну ты вообще оборзела, свежий творог. Они у меня вот это именно марку творога хорошо кушают. А другой покупала, они его не очень едят. Сейчас сделаю деткам творог, пусть кушают. С утра, мне кажется, творог это полезно. Напишите в комментариях, как вы считаете. Так. Взяла, вот считайте, пакетик творога и на развес. Что кричишь-то? И на развес. Лучше поздоровайся со всеми. Сметану взяла. Сейчас будем делает творожок. Ваня тут прыгает, скачет. Ваня так ведь и не уснул. Я думала, я в город сейчас поеду, он лягет, уснет. Ага, сейчас. Я пришла, он тут уже бардак учудил. Вот не люблю я эти контейнеры, потому что они плохо открываются. Ваня, перестань. Так, сначала сахаром, наверное, посыпи. Да ну этого Ваню с утра пораньше. Сегодня что-то он вчера рано уснул. Поэтому сегодня он рано встал и скачет, прыгает. Оксана стоит, ждет творог, да, Оксана? Оксана, ты любишь творог? Да. Да. Скажи, кто не любит творог, да? Я редко попадаю на творог в магазине. Прихожу, уже в основном все разбирают. Вася не любит творог. Вася вообще ничего не надо. Вредная. Сидит, ждет, когда я корм дам. Все, ребят, навела творог. Всем то кушать, всем приятного аппетита. Идите, ешьте. Я знаю, что вы сейчас скажете. Настя, зачем такой большой миски навела? Могла бы положить маленькие тарелки. Так, сметанка еще осталась. Ладно, ребят, всем хорошего дня. Катюша у меня собирается ей сейчас в школу надо будет ехать. Сейчас надо коробку разрезать, дожечь ее в печке. И в печке ее сжечь. Лишнюю бумагу. Все сжигаем. Все, что можно в печке гореть, всегда все сжигаем. Все. Ладно, пошла я печку затапливать. Всем хорошего дня. Всем доброе утро. Мы со Светой едем в город. Ей на ВФЦ сделать эту... Как ее? Скажите мне, я вас... Свет, что тебе надо было сделать в МФЦ? А, пушкинскую карту. Во. Поэтому мы сейчас с ней едем в МФЦ. Мы там быстренько с ней сделаем. А потом я еду в Соликамск.
Мне срочно-присрочно на Соликамск. На, потом Егорке написать, чтобы он это убрал дорожку. На улице так темно. Там мне Ильюша сегодня встретит в Соликамске. Вот такие вот дела. Свете мы ботинки вроде подклеили. Пока будут ходить, там видно будет. Дальше что будет. Ладно, всем хорошего дня. Поехали мы.